Приветствую вас, дорогие друзья, это Risen 3 Titan Lords. Да, мы продолжаем наше с вами незабываемое путешествие. Так, остановились мы в прошлый раз, я вам напомню на том, что были мы на острове воров на протяжении 3 серий и спасли вот этот вот маленький островок гнумов, да, от их полного уничтожения со стороны кобольдов. А с этой проблемой мы наконец-таки решились. А теперь, друзья мои, я нашел одно место, которое будет еще более интереснее, чем остров воров. А я сейчас имею в виду речь про некий туманный остров. Это легендарный остров Запада, и говорят, оттуда еще никто не возвращался. Собственно говоря, давайте сплаваем туда, потому что как раз мы сейчас прибыли на Каладор обратно, и для того, чтобы пополнить запасы и выучиться новым навыкам. Он будет у нас к нам по пути, вот, и, собственно говоря, потом после Туманного острова мы зайдем на Килу, а после Килы как раз-таки прибудем в Токаригу. А после Токаригу тогда уже посмотрим, куда далее. Нас приведет нелегкая судьба, судьбинушка. Поэтому сейчас я дам курс на Туманный остров и посмотрим, что там нас ждет. Мы же все-таки с вами искатели приключений, как-никак. Поэтому поднимаем курс паруса, полный вперед, и курс на Туманный остров, да? Получаем очередную ачивку. Мореплаватель. Да, уже сколько раз туда-сюда плавали, да? Не первый раз уже выходим мы в открытое море. Итак, собственно говоря, мы уже у берегов Туманного острова. И, как я вижу, какие-то здесь одни разрушенные остовы прям. Да, знаете, довольно-таки у него загадочная местность. То есть я уже вижу что-то на горизонте, какое-то поселение, да? И действительно, если так посмотреть, то даже чисто внешне он разительно отличается от предыдущих островов, где мы были. Так, ну давайте поговорим с экипажем, никто нам ничего нового не скажет. Полли, блин, вот тебя вот зажарить бы на обед. Ist das die Insel aus deinen Träumen? Ja, das ist sie. Wer weiß, welche Geheimnisse hier verborgen liegen. Tu dir einen Gefallen und leg dich nicht mit den Blauröcken an. Die haben den Finger. Синие плащи, немного проясню ситуацию. Синие плащи — это у нас инквизиция. То есть это та самая инквизиция, которая была в первом-втором Ризоне. Но почему-то сейчас мы эту инквизицию что-то как-то не видим. Не особо уж ее и видно. Pass auf deinen Rücken auf, klar? Благодарствую. Так, ну, кого бы мне взять с собой на разведку? Джафа, разведчик. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Wirklich? Да. Dann gib schon her. Отлично. Получили некий ковец. Охрененно. Так. Ну, раз там Бонс говорил, что это остров из его снов и все такое, ну, давайте с ним пойдем. Come тогда it. Уже. Klar. Раз он говорит, что лучше не присоединяться к синим плащам, я думаю, он что-то об этом знает, скорее всего. Поэтому давай, плывем к пляжу. Слушайте, кого я вижу? Это ж Фортуна. Твою ж мать. Это же старик Фортуна. Du hast vielleicht Nerven. Spazierst hier einfach so am Strand entlang, als könnte dich kein Wässerchen trüben. Hey, Venturo, erkennst du mich nicht mehr? Uns? Das Отлично, ist старые друганы воссоединились. Leider bleibt keine Zeit für eine ordentliche Begrüßung. Wie ich sehe, folgst du einem neuen Captain. Du bist einer dieser Dämonenjäger von Kalador, oder? Ich hoffe, sie bringen euch dort ordentliches Kämpfen. Конечно, я ж мастер меча. Ansonsten findest du hier nichts anderes als den Tod. Так, что тут вообще делает инквизиция? Как я помню, блин, инквизиция, в основном штаты инквизиции у нас был на материке, на материковой части, да? Was macht die Inquisition auf dieser Insel? Wir sind ein Stoßtrupp, um neue Gebiete zu erkunden. Die Inquisition sucht nach neuen Siedlungsgebieten. Wofür? Damit wir vorbereitet sind, wenn der schlimmste Fall eintritt.
falls der Rest der Welt vom dunklen Land überzogen wird. Wenn wir möglichst viele Rückzugspunkte auf der Welt haben, ist unsere Chance zu überleben größer. Кто тебе сказал, что здесь безопасно, парень? Наверное, я тебя сейчас разочарую. Warum stehst du hier so alleine rum? Ich habe meinen Arsch gerettet. Wie meinst du das? Wir wurden von Kommandant Carlos ausgeschickt, um einem Gerücht über Seelenfresser nachzugehen. Anscheinend sind es keine Gerüchte. Mein Kamerad und ich wurden von einem dieser Biester überrascht. Da haben wir die Beine in die Hand genommen und sind gerannt. Блин, я чую, что мы тут скоро встретим многих старых друганов еще с первого Резана. So gut bin. Жаль. Was ist mit deinem Kameraden passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben uns bei der Flucht aus den Augen verloren. Ich würde ihn gern suchen gehen, aber naja. Hast du etwas Schiss? Sagen wir es mal so. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich nicht alleine nach Без проблем, давай. Ich helfe dir, deinen Kameraden zu suchen. Ich hatte gehofft, du würdest... Отлично. Das wird aber mit Sicherheit nicht ganz ungefährlich. Am besten gehen wir den gleichen Weg zurück, den... Sag mir Bescheid. Да я, в принципе, прямо сейчас готов. Давай уже. Lass uns deinen Kameraden suchen. Веди, Вентура. Блин, давно тебя не видел, вообще радуюсь, что тебя встретил. Так, ну и еще, нас вообще трое, а, блин, раз уж нас три целых человека, то нам вообще никто не страшен, твою же дивизию. Ох, сейчас предвкушаю, будет жесткая драчка, там задание ведь называется «Ужас с Востока», да, или там «С Севера», как он там назывался, «Ужас с Востока», по-моему. Hier habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass Rodrigo nicht mehr bei mir ist. Aber vermutlich habe ich ihn schon viel früher verloren. Vor lauter Panik habe ich mich nicht mehr richtig umgeschaut. Aha, lass uns weitergehen. Okay. Halt die Augen auf. Alles. Давай, веди, веди, занят он был. Не бойся, трусил и убежал. Это в духе инквизиции вполне. Блин, действительно красивый остров. Я, по крайней мере, Scheiße. Такого раньше не видел. Er muss hier irgendwo sein. Schau dich mal um, ob du ihn hier irgendwo finden kannst. Осмотреться? Ну, ёп, ты ведь дивизию, а? Охренеть. Так, ну-ка, дайте-ка его магия зафигарит. Так вот. Ох, ё-моё, как ты больно кусаешься, сука. Отлично. Так, Аркозор. И вот над самый Родриго, как я понял. Sieht ganz schön tot aus. Так, мертвый товарищ. Все, да, к сожалению, Родриго не выжил, его вот этот вот демон убил. Давайте сейчас расскажем Вентура об этой неприятной находке. Ich habe Rodrigo gefunden. Er ist tot. Verdammter Mist, ich habe es geahnt. Dieses scheiß Vieh hat ihn getötet. Есть такое дело. Was sind diese Seelenfresser? Unser Kommandant sagt, die Geschichten wären nur... Naja, в каждой сказке есть доля правды. Wenn dir eines dieser Biester zu... Man sagt, sie ernähren sich von deinem... Was mich wundert ist, dass sie trotzdem noch Fleisch fressen müssen. Warum sonst würden sie uns jagen? Да, я смотрю, Вентура что-то мальца постарел уже, если сравнивать его со второй частью. Für etwas anderes brauchen. Wenn ich nur wüsste, für was. Не менее, говорит, странный, чем дерьмо на палочке. Ну, у тебя сравнение, парень, вообще шикарное. Der Seelenfresser ist Geschichte. Sehr gut. Hier, nimm das als Belohnung. Das ist der Sold, der eigentlich braucht. Ich gehe jetzt zurück zu unserem Kommandanten. Wenn... Конечно. Bring mich zu einem... Folge я как раз хочу его встретить zu unserem Außenposten. Наконец-таки. А то все-таки со времен на второй части прошло очень много времени. Ох, блин, ребята, сейчас Карлоса увидим, блин, того самого Карлоса, коменданта, с которым мы впервые еще с первого Ризана познакомились. Да, das ist unser Außenposten. Да, да, узнаю старую добрую инквизицию. Wer kann dir mehr erzählen, wenn... Ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Danke. Да, не за что, ты давай иди там это, храни все это дело. Lass... Klar. Так, насчет торговли, что ты нам можешь продать? Огненный клинок. Ну, на самом деле,
Не особо-то он нам и нужен. А вот бомба штука интересная, но опять же, тут всего одна штука, 212, за нее что-то и отдавать не особо-то и хочу. Так, дешевое. Дешевое спиртное. Ну, давайте возьмем лучше вот эту штуку. Так, полет попугая вроде у нас есть. Провиант. 21. Да не надо, мы одним бухлом, я думаю, вполне нормально сможем прожить. Так. Что-нибудь нафиг не нужно. Ну, я, в принципе, ладно. Пока что еще подождем. Wieso hast du den Sold anderer bei dir? Ich bin für die Verteilung des Soldes. Jedem von uns wurde ein Bonus versprochen, wenn wir mit gut... Wenn allerdings jemand während seiner Aufgabe stirbt, steht es mir frei mit dem... Das heißt, wenn jemand stirbt, gehört der Sold dir? Nein, ich bin von dieser Regelung ausgenommen. Entweder ich finde einen Nutzen für das Gold... Нахожу им применение. Может, ты специальный можешь остальных... Так, охотник на крупную дичь удваивает ваш шанс нанести критический удар большому противнику. Свежевание. Сбор трофеев. Ё-моё. Ich möchte im Kampf gegen große Gegner stärker werden. Okay. Блин, ну штука, конечно, неплохая. Вы можете делать из животных магические трофеи. Снимать шкуру с чудовищ. Только сколько, интересно, за это заплатят нам, да? Заплатят. Там, пока что я поэкономлю денежку. Jede Insel bekommt den Herrn, den sie verdient. Meist ein überbezahltes, fettes Sch... Geht doch. Ладно, что ты несешь? Карлос нормальный чел. Он, конечно, полненький, но не такая уж прям ты свинья из себя представляет. Но мы сейчас посмотрим, как он выглядит здесь. И, по-моему, я его уже вижу. Вот он, старый... Наш пройдоха, старый друган, наш командант Карлос. Ну что ты смотришь на меня таким видом? Wo hat Venturo dich denn aufgelesen? Du bist keiner meiner Männer. Unter welcher Flagge singst du? Ты меня не узнаешь совсем, что ли? Карлос, ты чё? Ах, твою мать! Я ж забыл, мы же играем не за прошлого безымянного, а за теперешнего, за другого безымянного, поэтому... Я совсем забыл, да, про это дело. Ich gehöre zur Bruderschaft der Dämonenjäger. Was? Du bist einer dieser Verrückten? Ich wünschte, nur einer meiner Protektoren hätte ihren Mumm. Aber lass mich dir erklären, wie das hier läuft. Egal, für wen du sonst arbeitest, hier habe ich das Kommando. Diese Insel ist eine Kolonie der Inquisition und ich bin ihr Verwalter. Ein Ort wie dieser folgt niemals nur einem Herrscher. Das wird sich zeigen. Was ist euer Auftrag hier? Nach dem Fall von Caldera mussten wir unsere Kräfte neu aufstellen. Also beschloss der Hohe Rat, mehrere Expeditionen zu entsenden. Das Ziel lautet, neuen Lebensraum für die Menschheit zu erschließen. Doch dieses verfluchte Stück Erde bringt uns an die Grenze. Caldera больше нету, значит. Блин, печально. Кальдара была последним пристанищем просто людей, да? На большом материке. И теперь уже ее не стало, и получается то, что все, вот Туманный остров это последний шанс, да, инквизиции там зацепиться за хоть какую-то соломинку. Wie seid ihr auf diese Insel gestoßen? Zufall. Sie war nicht in unseren Karten verzeichnet. Eines Tages spielte unser Kompass verrückt und eine Nebelbank tat sich auf. Zu unser aller Verwunderung stießen wir dann auf diese Insel. Aber sie liegt so versteckt, dass sie von großem Nutzen für... Na, ich schaue, у вас не особо-то дела здесь идут. Macht diese Insel euch Schwierigkeiten? Ja, meine Männer sind verunsichert. Sie munkeln ein dummes Rekrutengeschwätz, wenn du mich fragst. Doch um die Moral aufrecht zu erhalten, solltest du wirklich auf diese... На, вот эти пожиратели душ, это получается вот эти вот прям какие-то псы-скелеты большие. Was erzählen ну, это для нас уже не проблема, на самом деле. Na, was erzählen sie sich schon groß? Sie sollen sich angeblich von den See... Alles Unfug. Doch ihr einfacher Versch... Die Magie, die heute noch existiert... Ну, зря так думаешь. Deiner Seelenfresser. Hast du nicht Venturo diese Aufgabe anvertraut?
Ja, aber du siehst ja, wie viel er erreicht hat. Es braucht wohl etwas mehr als... Да, вообще, тут Вентура совсем ни хрена не может, блин. Опять все на главного героя сваливается, конечно же. Meine Hilfe wird dich etwas kosten. Деньги гони. Natürlich wird sie das. Und du sollst auch, um dieses Stück Land zu erobern, kehre erfolgreich zurück. Отлично. Wo soll ich nach ihnen suchen? Ich habe mehrere, aber ich habe noch... Vielleicht sind... Sieh dich also am besten. Ладно. Ich kümmere mich darum. Заметно. Der schlimmste Feind, berichte mir. Ух, блин, конечно, было бы прикольно, если бы он нам еще бы подробнее рассказал, но под красноречие у меня, к сожалению, не прокачано. Да, стайли, да, 90. Bereit für einen Lagebericht? Gut. Ein Seelenfresser hatte sich ganz in der Nähe eures Außenpostens aufgehalten. Verdammt. Ich denke hierin. Nun gut, komm. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Команду Бонс мы смотрим чуть попозже. Я хочу сначала посмотреть, что здесь да как. Ну, такой вот небольшой аванпостик устроила себе Инквизиция. Так, опять телепорт камень. Давайте сохранимся на всякий случай. Вот уже большинство замков мы можем вполне успешно вскрывать. Пожди видео. Как он тут скрывается-то? А, о, отлично. То есть что-то с четырьмя этими замками как-то тупил. Так, что у нас тут? Кристальный факел. Золото, дробь, а мушкет инквизитора. Ну, не особо на самом деле. Можно было что-нибудь взять покруче. Carlos hat mir jetzt deinen Auftrag gegeben. Ich werde mich jetzt um die Seelenfresser kümmern. Wirklich? Das ist gut. Du siehst aus, als würdest du... Wenn ich nur wüsste, was es mit diesen Seelenfressern... Ich will nicht, dass Rodrigo... Wenn ich etwas rauskriege... Das wäre super. Und wenn du etwas von meinen Kameraden... Damit ich weiß... Так, короче говоря, надо еще солдат искать, и, скорее всего, большая часть уже погибла. Wo finde ich deine Kameraden? Наверное. So genau weiß ich Хотя das я nicht. Буду рад, если ich они... Ich kann dir nur sagen, in welche Richtung sie aufgebrochen sind. Eine Gruppe ist nach Nordosten aufgebrochen. Eine nach Norden und die letzte Gruppe ну, короче, nach Südwesten. Будем исследовать весь остров, also muss ich die ganze Insel absuchen? По ходу исследования найдем все. So... Verstehe. Так... Ну чё, ладно, давайте свежевание ещё изучим. Bring mir bei, wie ich Fälle abziehen kann. Okay. Всё отлично, а сбор трофеев тогда уж как-нибудь потом. Так, и вообще красноречие, сколько у нас красноречия прокачано? Влияние, 65, да? 65, но у нас тут даже если посмотреть, что у нас тут по магии, по припасам, да? Тут есть напиток красноречия, по-моему, всё равно они там максимум 30, по-моему, дают. Значение. Красноречие 27, да. То есть надо поднимать. А поднимать пока что мы его не можем. Вот я хочу сейчас еще... так, выносливость до 70 прокачать. Хотя, в принципе-то... Нет, давайте займемся духом и магией. Просто есть такая штука. Есть... Такая вещь, которую учат охотники на демонов. Это умение называется, там, короче, можно будет комбинировать боевую магию, да, магию, короче говоря, и ближний бой, рукопашку, да, то есть магию и меч как-то. Я подробно точно не знаю, как там это все происходит, но есть такое умение, его надо тоже будет выучить. Правда, надо очень много вложить очков обучения в магию и в дух. Или там в магию и в ближний бой, что ли. Ну, короче говоря, там надо магию до 50 или 70 прокачать. Ну и символика как-то меня особо уже задалбливает в рукопашку сражаться, поэтому будет неплохо именно изучить что-нибудь с магией связанное. Урон шел больше. Потому что, видите, у нас магия как таковая, она не прокачана. Получается то, что
У нас вот эти вот магические умения, они не особо тебе много отнимают у противника. Ну, красиво все равно, да? Все выходит. Так, давайте посмотрим, в принципе, пока что на весь остров. Ну, довольно-таки разветвленный, скажу я вам. По крайней мере, складывается ощущение, что он явно будет побольше, чем остров воров. И есть какие-то пещерки, как-то тут все можно обойти, все это дело. Так-с. И опять же, остовы разбитые, да, корабля. Вот я думаю, нам тоже надо будет туда потом пойти и сходить. Так, ну что же. Давайте смотреть доступные квесты, да. Посмотрим на карте, куда нам идти. Ну, понятно, как раз они по всей карте, разрознены. Так, ну давайте, значит, придерживаться пути. А заодно пособираем всякий провиант, ягоды. Блин, ну вот здесь, кстати, вот я говорю, уже красиво идет. Интересно. Опа. Это что за хрень? Такой хреновни я раньше не видел явно. Отлично. Давайте их закидаем нафиг. В другую сторону, давай, безымянный, в другую сторону херачишь. Раз, два, и три. Отлично. Не, все-таки красивая здесь магия, надо сказать. Так, и хорошо, что я также прокачал умение собирать когти с поверженных монстров. Потом больше будет еще продать на рынке торговцам. Давайте уже так его замочим, да? Так, отлично. Так, куда нам сейчас надо? Вот в эту сторону. О, слушайте, здесь наш соратник, твою мать. Что делаете, ублюдки? Вы по что уток-то убиваете? Флетчер. Это что они делают? Чуваки, что вы делаете? Народ, хватит уже. Блин, они не могут убить бедную утку. А зачем вы утку-то убиваете, ребят? Ни хрена я что-то не понимаю. Что с ним происходит-то? Да, ребят, вы угомонитесь или как? Ты по что утку-то убиваешь, парень? Угомонись. Флетчер, друган, ты что творишь? Hast du ein Problem mit Enten? Das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich verhalten. Wenn du nachts aufwachst. Und sie dich ohne zu blitzen einfach nur anstarren. Irgendetwas stimmt doch mit diesen Viechern nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten sie alle umbringen. Der Kerl ist völlig durch. Очень мне напоминаешь Пахома. Блин, это поехавший Пахом, блин. Просыпаешься, на тебя утка смотрит и не моргает. Да, слушайте, тут явно вам кто-то спайс продал. Was machst du hier mitten in der Wildnis? Ich bin mit den Piraten hier angekommen. Sie haben mir eine Überfahrt gewährt. Ich bin auf eigene Faust losgezogen, um herauszufinden, wie schlimm es um die anderen Inseln steht. Was meinst du? Na, das dunkle Land natürlich. Ich wollte wissen, wie weit... Aber jetzt sit... Ich könnte versuchen, dich hier wegzubringen. Das ist sehr nett von dir, aber... Nein, danke. Ich werde vorerst hier bleiben und diese Insel studieren. Wenn ich wirklich hier weg will,
dann werde ich das auch schaffen. Ты в этом уверен, парень? Чёртовы утки, блин, чего? Чё с ними творится, блин? Зачем футок убили, блин? Ну-ка, давайте с этим парнишей поговорим, блин, то мне это явно не нравится. Ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer zu holen. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Hast wohl die Hosen voll. Du wirst ja auch nicht von den Dienern des Todes bedroht. Oh, ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Ой, да ладно. Ты лучше скажи... сейчас, я тебя сейчас сначала обворую. О, туманный камень. О, что это такое интересное? И что ты с утками, подлин, это сделал? Что они тебе сделали? Я не понимаю, зачем вы убили уток? Was ist denn mit den Enten hier los? Enten? Das sind keine Enten. Das sind die Diener des Todes, mein Freund. Was? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich, stehen um mich herum und starren mich aus ihren kalten, leblosen Augen an, als würden sie mir jeden Augenblick den Verstand rauben. Не знаете, я представляю эту картину. Ты просыпаешься, на тебя смотрят утка холодными, безжизненными глазами просто. Это действительно, наверное, ты сойдешь с ума, и у тебя крыша поедет. Sieht so aus, als hätten sie es geschafft. Laber keine Scheiße. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, die Enten werden von einer größeren Macht, einer Macht, die sie umherschwören lässt, um die Menschen zu testen und zu sehen, wer schon reif ist, um gepflückt zu werden. Wir sind nichts weiter als eine Nahrungsquelle für sie. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert. Wenn wir diese Ente, ich bin überzeugt, блин, чувак, ты поехал уже, ты пахом просто. Номер два, блин, тут два пахома живут, блин, я уже даже, знаете, я боюсь, что они друг с другом делают. Warum bist du noch hier? Warum? Weil ich hier nicht mehr wegkomme. Wir sind hier gelandet, weil wir gehört hatten, dass es hier eine Menge Schätze. Tja, da wurden wir ganz schön. Die gesamte Crew ist entweder tot, aber das macht sowieso keinen Unterschied. Schätze, die Penner von der Inquisition. А, то есть, получается, вот на карте, да, на севере разбитые осколки корабля, это как раз таки твой корабль, как я понял, да? Warum schließt du dich nicht der Inquisition an? Nein, danke. Bevor ich zur Inquisition krieche, zur Not binde ich mir ein paar Schildkröten zusammen und baue mir ein Floß, oder ich werde hier schon noch wegkommen. Mach dir um mich mal... Ты просто как это, Джек Воробей. Kannst du mir noch etwas beibringen? О, пьянство и жидкая отвага. Так, обезболивающее благо, один глоток этого дешевого средства, и вы ничего не почувствуете, хотя бы на какое-то время продлевает эффект более утоляющего. Да, в принципе, ладно. Перебьюсь как-нибудь. Не буду пока ничего тут делать. Ладно, что, я берусь за твою, блин, злую утку, блин, и попробую ее убить. Ich werde deine böse Ente für dich töten, wenn es dir dann besser geht. Das würdest du tun? Ich habe wirklich eine riesen... Aber egal, was Fletcher sagt. Ich will nicht, dass du die anderen Enten tötest. Es sind eigentlich... Also, pass... Не, явно, вот я думаю, им кто-то что-то подсыпал спайсу какого-то. Наверное, как раз та самая инквизиция. Wo kann ich diese böse Ente denn finden? Lass mich raten. In deinem Kopf? Was? Quatsch nicht. Diese Ente gibt's wirklich. Daran habe ich auch nicht gezweifelt. Wenn du von hier aus Richtung Nordwesten gehst, solltest du recht schnell auf sie treffen. Du wirst sie erkennen. Sie sieht irgendwie... Ну, слушайте, как раз северо-запад, судя по всему, нам по пути. Потому что северо-запад, он как раз где-то здесь. Подозрительная утка. Она действительно по пути нам будет. Red keine Scheiße. Nichts habe ich gemacht. Ну-ка, что мне говорят. Du warst doch der Meinung, dass es nötig ist, hier ein Feuer anzuzünden. Aber doch nur, weil ich dachte, dass Enten Angst vor Feuer hätten. Anscheinend hast du da falsch gelegen, oder? Ja, ja, ich geb's ja zu. War eine Scheiße. Отлично, то есть они теперь срутся из-за того, кто, блин, сука, разжег костер, да? Uns bleibt wohl kaum eine andere Wahl. Wir müssen die Enten töten. Ой, ладно, эти придурки. С этими придурками надо заканчивать. Я оставлю их наедине с самими собой, и нам сейчас надо пойти посмотреть. Что это за утка, блин? Что это за такая утка? Komisch. Irgendwie kommt mir gerade das Wort Bürzel in den Kopf geschossen. Wenn man das oft hintereinander sagt, dann hört sich das komisch an. Was du nicht sagst.
Миролюбивая утка. Так, индюк ё-моё, подозрительная утка. Так, а с тобой что-нибудь можно сделать? Миролюбивая, подозрительная, ну ладно. А, это еще типа не конец, что ли? Сейчас, стоп. Туманный остров. Пути загробной жизни. Так, ну как я понял, это есть та самая утка, да? Дайте мы грохнем. Ёп, твою дивизию! Блин, да... Чё за демон? Охереть. Вот это нежданчик. Так, ну ладно, давай мы с тобой разберемся. Блин, мы миролюбивые все-таки убили уточку одну. Ах, как печально. Скотина, а? Фух, так, рэк-харок какой-то. Какой-то был у нас рэк-харок. Так, тем не менее, убили мы этого гадину. И давайте расскажем теперь обратно. Да, что-то действительно с этим островом происходит что-то непонятное. Какие-то, блин, ублюдки... прячутся под внешностью уток. Aber lass uns erstmal ab. Deine Ente war ein Seelenfresser. Ha, ich hab doch gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Ich habe sie verschont. Ah, das ist sehr gut. Hier, die kleinen Biester müssen nicht sterben. Спасибо. Твоя злая утка вернула. Was? Mann, für einmal. Hier hast du ein bisschen Gold. Deal. Отлично. Немного постебались над ним, над Калом, да? Wollen wir es hoffen. Du willst harmlose Enten töten? Allerdings will ich das. Diese Monster sind doch besessen. Ich hab ja echt schon... Nein, danke. Da... Ich werde bestimmt keine Friedli... Oh, hast du dich also von halber Quatsch? Bist wohl so ein verdammter Weißer... Ich töte keine friedlichen Enten. Oh, aber wenn diese Viecher sich noch einmal... Eine der Enten war ein Seelenfresser. Да, нашего Флетчера совсем уже поехала крыша от всего. Hat er wohl doch recht. Na, das erklärt... Aber glaube nicht, dass... Ich werde wohl nie wieder einer Ente über den... Блин, ребят, вы какие-то поехавшие просто. Я не знаю, что еще сказать вам. Фух, ну, да, действительно, остров какой-то непонятный, блин, каких-то, блин, два психа, плюс еще инквизиция здесь. Надо разбираться со всем этим беспределом, который тут происходит, само собой. И с Бонсом мы, конечно же, обязательно займемся разбором этого беспредела. Нам еще много где предстоит пройти, много что... изучить. Ну, ему тут действительно придется довольно-таки много походить. Так, и давайте опять, наверное, что у нас? Двух демонов мы уже убили. Остались еще три. Так, по карте, что у нас тут? На севере больше вроде как никого нет, да? Тогда давайте посмотрим разрозненные солдаты. Где-то, я помню, они были. А, получается, тоже их тут нету. Флетчер. То есть, по факту, еще они на юге, получается. На юге и на юго-востоке. Ну и, в принципе, рядом с ними и демоны. Ладно, ясно, понятно. Заодно я тогда похожу, посмотрю. Может быть, что-нибудь интересное мы тут увидим. На вот этих вот северных землях, да, вот. Будет очень интересно, я думаю, посмотреть, если что-нибудь здесь, на разбитых островах,
корабля. Смотрите, тут действительно как бы такие руины большие. И корабль такой, знаете, очень кажется таким величественным. Так, знаете что, дайте-ка я сейчас превращусь... Ё-моё. Превращусь в попугайчика и посмотрим мы на что-нибудь наверху. Если что-нибудь там. Потому что мы тут не поднимемся никак. Так, магия, ну-ка давайте превращение в попугая. So nicht. Gut, ich bleib hier. Отлично. In Ordnung. Так, дайте посмотрим, что тут, какие тайны тут хранит вот этот вот разбитый корабль. А тут у нас сундучок. Ох, блин. А, ну ладно, мои опасения оказались напрасными. Так, ну тут опять экспедиционный мушкет, черная жемчужина, золото, сахар. На самом деле, ничего, что имело бы внимание. Хотя мушкет у нас, который мы сейчас владеем, давайте посмотрим, сколько он у нас тут имеет урона. Может быть, пора действительно заменить... Мушкет инквизитора. Так, экспедиционный. А, ну то же самое, что и у нас получается. Понятно тогда. Так, еще можно сходить вон туда. Давайте мы это сделаем. Так, короче говоря, давайте сейчас вот еще туда посмотрим, на тех основах, что там есть интересного. И, наверное, сегодня закруглимся. И так уже по хронометражу слишком долго. Идем. Так, какие-то опять руины. Das nenne ich mal ein Schiffsfriedhof. Was wohl für Geschichten in diesen stecken? Ящеры эти долбаные. Так, ну что, опять готовимся к взлету. Gut, ich bleib hier. Давай, давай, давай. Всё, отлично. Так, ну тут все как по обычке, да? Золото всякое тут разбросанное валяется. Давайте все тут соберем. Вилка, трубка, господи, столько всего. Так, еще один сундук. Ну, теперь намного легче он по сложности вскрытия. Ну и, конечно же, тут ни хрена такого ничего нету, да? О, зато есть красная коробка. Блин, тут и название просто растений, господи. Побойтесь цензуры хотя бы, ребят. Ну ясно, короче говоря, ничего тут полезного не оказалось. Хотя можно еще... Блин, сколько тут всего? Можно еще и на те остовы сплавать. Они прям такие манят, чтобы мы эти остовы исследовали. А, ну а дальше все, да, как я понял, тут граница. На них мы не заплывем, судя по всему, хотя вот сюда не все, это уже декорации получаются. Ясно, ясно. Так, ну что, ребят, давайте на этой ноте закончим данную серию. А, и продолжим потом, чуть попозже. Исследование этого туманного острова. Может быть, в качестве обычной предзаписи, а может быть, замучу я стримчик. Потому что я думаю, Risen 3 вот стримчански провести по третьему Risen было бы очень интересно, я думаю. Что, всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч. Увидимся в скором времени. Пока.